И всем привет, дорогие ребята, вы на канале Nightmares, и сегодня будет обзор на 2000 вагон, не обычный, а габарита РИЦ, как обычный ТВЗ вагон РИЦ, и есть и двухэтажный 2020, и всем приятного просмотра. Да, сначала мы внутрь не пойдем, сначала мы посмотрим сам вагон, да. Вот сами тележки, вот так они выглядят, как и на обычном ТВЗ вагоне. Ну и да, отличие в том, что тут, ну да, отличие то, что да, он двухэтажный, чем обычный, но еще у него нет нижнего оборудования, как обычного вагона. Вот. Вместо этого тут у нас находятся ноги, где люди ходят. Если без этого, то вагон был еще выше. А так выглядит с другой стороны. Вот. Ну и давайте, конечно же, внутрь. Нас, конечно же, встречают первым, это у нас тамбур. Ну и, конечно же, пойдемте дальше. Ну да, также двери тут не открываются не вот так в реальной жизни, так-то они открываются сами, да еще и как в купе. А тут как нужно вот самому, как обычные двери. А тут у нас купе дежурного проводника. Да, а не туалет. А тут пульт управления всем вагоном. Ну и давайте, конечно же, сейчас пойдем сам купе проводника. Вот, вот так выглядит. Вот у нас свет, можно включить и выключить, конечно же. Так, закрываем. А вот это у нас табло, где показывается само время, какой вагон, ну и сама температура в вагоне. Да, конечно же, 24 градуса, как и в обычном вагоне. Ну и также купе. Вот тут у нас светильники. Сейчас покажу скриншоты их. Да, и, конечно же, пойдем на верхние полки. Да, окно, конечно, не посередине. Тут у нас специальные шкафчики, где еще и хранится сейф для пассажиров. Вот, а тут можно выключить свет, как и в самом купе проводника. Да, и тут, конечно же, очень-очень много этих табло, ну, табличек с вагонами, нумерацией, вот это все. Ну и, конечно же, купе вы на втором этаже. Да, он еще меньше, особенно верхние полки. Вот такие же светильники, как и в реальной жизни. Вот такие. Вот такие же шкафчики, где сейф хранится. Да, конечно же, и тут такое же табло, как и на первом этаже. А вот тут у нас кулеры. Они на каждом этаже. Вот. Там на лестнице находится, ну и, конечно, на этой стороне. И пойдемте, конечно же, в туалет. Да, и тут нету мусора, который сортирует, там, бумагу, там, стекло и пластик. А тут у нас табло. Всякая информация, всякая, вот это все. Конечно, пойдемте же в туалет и посмотрим. Вот тут у нас просто туалет и раковина. Ой, поставил блок нечаянно. Вот, раковина, где можно помыть руки. Также пойдем второй туалет, да, их всего три, как и в реальной жизни. Так, ну тут опять туалет и раковина. А вот тут необычно, тут не только раковина и туалет, но еще и душ, как и в реальной жизни. Или нет? Ой, ну блин, сделал дырку в полу, ладно, вот так заделаю. Ну и да, и конечно, тут можно уже выйти в второй вагон, ну нет еще второго вагона у меня, двухэтажный, ну и все. Ну и ладно, вы были на канале Nightmares, и, конечно же, оцените в комментарии, как я сделал двухэтажный вагон. И, конечно, можете потом мне писать в комментарии, что мне построить или какой сделать эдит. Я хочу сам придумать. И всем пока-пока.